Merci à vous d'être ici. Nous allons pouvoir commencer. Merci, c'est terminé. Nous espérons avoir répondu à vos questions. Au revoir. Их судьба в их же руках. Если смогут победить сегодня, то гарантируют себе выход в плей-офф. Но сделать это будет, ох, как непросто. Привет вам и добро пожаловать. Футбол вновь зовет нас. Матч сегодня будет что надо. С радостью начинаем свой репортаж. У микрофонов Георгий Черданцев и Константин Генич. Мадридский Реал вновь идет по очень знакомому пути. Уже после этой встречи они могут гарантировать себе место в плей-офф Лиги Чемпионов и сделать шаг на пути к очередному трофею. Это Брюгге против Реала. Мадридский Реал подошел к последнему туру Лиги Чемпионов без гарантированного места в плей-офф. Такое случается крайне редко, и сегодня мы станем свидетелями крайне важного матча для королевского клуба. В сезоне 91-92 прошел 37-й и последний розыгрыш Кубка Европейских Чемпионов. В следующей кампании турнир был переименован в Лигу Чемпионов. А первым победителем турнира с текущим названием стал марсельский «Олимпик» с Игорем Добровольским в составе. А последним обладателем Кубка Европейских Чемпионов является «Барселона». Хозяева поля сегодня в следующем составе. Классический пример схемы 3-5-2. В этом случае игроки центра поля могут выполнять самые разные функции. Реал начинает игру в таком составе. Смысл ложной девятки. В чем он, Константин? В том, что игрок действует из глубины поля и все время принимает нестандартные креативные решения. Посмотрим, что он нам сегодня покажет. Первый удар по мячу, и игра началась. И буквально подарил мяч сопернику. Азар на фланге, никто ему не мешает. Азар навешивает в штрафную. Хорошо вратарь сыграл как. Угловой в пользу мадридского Реала. Навешивает это Азар.
А крайне плохая передача приводит к потере мяча. Бей и выводи команду вперед! Ох, как классно вратарь сыграл! Хорошая была возможность выйти вперед. Вот тренер на бровке тоже так, наверное, думает. Нет, не получает эта атака развития, и придется начинать все сначала. Здорово сейчас может контратака пройти. К сожалению, продолжение этой контратаки мы не увидим, потому что мячом уже завладел соперник. Мбаппе. Хамес Родригес. Очень хорошо на игру читает, мастерски. Уже сегодня гости могут гарантировать себе выход в плей-офф. Сегодня команде нужно брать 3 очка, и они обеспечат себе место в плей-офф. Результаты других матчей будут уже не важны. Штрафной подачи, есть там кому сыграть. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Мбаппе. Эден Азар. Азар идет вперед. Здесь защита справляется. Все мы знаем, сколько внимания было уделено Мбаппе перед этой встречей. Думаешь, это заслуженно? Да, у него очень хорошая результативность. 3 мяча в последних 3 матчах. Ровно гол за игру в среднем. Можем поделиться новостями с 2-го матча в этой группе. Там счет изменился, и это уже повлияло на расстановку в таблице. Если смотреть на участников плей-офф на данных... Вратарь намертво забирает мяч. Хамес Родригес. Мбаппе. Теряет мяч Реал. И как он дальше мячом распорядится? Серхио Рамос здорово успевает накрыть этот пас. Пошла подача. Вормер. Можно играть дальше, считает арбитр. Высокий прессинг сейчас, и это приносит плоды. Удар! Очень хорошо вратарь играет. В центр штрафной. И без того сложное положение в группе они сейчас усугубили. Пропущенный гол отбрасывает их из зоны плей-офф Лиги Чемпионов. Напоминаю, что только в случае победы они смогут пробиться в плей-офф. Знатный гол получился, что и говорить. Отметим очень хорошую подачу и не менее отличный завершающий удар. Один-ноль в нашей игре. Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. Вполне арбитр может и такое предупреждение вынести. Желтая карточка игроку Реал. Арбитр здорово разобрался в этой ситуации. Мбаппе. Федерико Вальверде. Отнять у него мяч не так-то просто. Мбаппе. Вперед он мяч тащит. Подать могут хозяева. Отличный перехват, очень вовремя. Шире они сейчас играют, мяч на фланге. Хамес Родригес. Мимо ворот мяч пролетает. Федерико Вальверде. Эден Азар. И мяч потерян. Ханс Ванакен. Есть такое понятие в футболе — фитнес-статистика. А Казимиро! Ты видел это?
это, вот это да! Какой удар сейчас вратарь потащил! Чудо просто! Идет в штрафную мяч. Ох, как не получается у защитника мяч вынести. Очень спокойно забирает мяч вратарь. Эден Азар. Отдает он мяч партнеру. Удар! Может им этот забитый мяч помочь сейчас. Только победа их устраивает. И сделали они шаг к ней. Если они хотят выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, то, конечно, им сегодня необходимо побеждать. Повторяет нам забитый мяч. И можно еще раз восхититься его индивидуальными действиями. Полностью его заслуга этот забитый гол. Протащил он мяч действительно через соперников. Очень классно. После ответного мяча у нас 1-1. Интересно, куда дальше мяч пойдет. И это удар! Очень неточный. Лангле. Федерико Вальвер. Хамец. Александр Арнольд. Бейл оказывается с мячом. Родригес. Гаррет Бейл. Арбитр фиксирует офсайд, но если он и был, то очень небольшой. Удержал он мяч у себя, несмотря на плохой прием. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Пилья. Тут все очевидно, будет штрафной. Пилья. Играют они в короткий пас и демонстрируют хорошую технику. Авес напрашивается. Играют они в пас. Без мяча остается Реал. Какой прекрасный пример отбора мяча. И вот удар. Пропускают они гол и еще больше свое положение усугубляют. Сейчас только победа им нужна для выхода в плей-офф Лиги Чемпионов. Нужно как можно скорее приходить в себя. Они действительно попали в очень сложную ситуацию. Итак, гол в раздевалку получает команда. И ее тренеру придется сейчас придумать что-то новое. Ну и другой команде также придется, видимо, придумывать что-то новое. И не исключено, что они сыграют более смело в атаке во второй половине матча. И после этого гола Реал Мадрид оказывается в роли догоняющего. Через одного игрока атака сейчас развивается. Азар. Хамес. Дальше нам Мбаппе. Перерыв в нашем матче, и пока что все складывается не в их пользу. В плей-офф они не выходят. Но не забываем, это лишь промежуточные результаты. Я уверен, во втором тайме нас ждет много событий. Главное, чтобы в раздевалке состоялся правильный мужской разговор. Второй тайм начинается со свистком арбитра. Групповой этап завершается. Последний матч сегодня играют команды. Мбаппе. Федерико Вальверде. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Тащит он мяч вперед сейчас. Гаррет Бейл. Высочайшая, недостижимая для большинства скорость выделяет Гаррета Бейла на фоне других. Касается это и бега, и работы с мячом, и, разумеется, принятия решений. Соперники за Бейлом просто не поспевают. Отнял мяч у нападающего в своей штрафной. Казимир. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Бейл. Мяч сыграно.
Отдает он передачу. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? И как он дальше мячом распорядится? Не получилось тут толком мяч выбить. Гаррет Бейл. Александр Арнольд. По всей видимости, замена готовится у команды хозяев. Вливает свежих сил в игру наставник команды. Очередная точная передача в его исполнении. Он сегодня хорош. Мбаппе. Может он сравнять счет? Может им этот забитый мяч помочь сейчас. Только победа их устраивает. И сделали они шаг к ней. Если они хотят выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, то, конечно, им сегодня необходимо побеждать. Все грамотно в этом эпизоде сделал нападающий. Пошел в обыгрыш один в один с защитником и не оставил тому никаких шансов. Невероятную игру мы с вами сегодня смотрим. Счет у нас снова равный. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры смотрим. Казимир. Азар. Мбаппе. Казимиро. Казимиро! Просто невообразимо вратарь сыграл. Ты видел такое, а? Невероятное спасение сейчас сделал. Навешивает это Назар. Ох, не попадает он в створ ворот. Хорошая получилась сейчас атака, но подвело завершение. Совсем у него удар не получился, и мяч пошел сильно мимо ворот. Ты только посмотри на статистику матча. Игра идет очень активная, и мы успеваем разбирать только атакующие действия команд. Отличный футбол. Хорошо увидел партнера впереди. Ханс Ванакен. Казимир. Здорово играет, очень точно делает передачи в сегодняшнем матче. Федерико Вальверто. А вот и атака Реала. Отличное видение игры, очень здорово он в перехвате сыграл. Казимир. Родригес. Мбаппе. И вот удар. Невероятное спасение. Двойную замену готовится сделать тренер Реал. Навешивает тогда назад. И голкипер внимателен, сконцентрирован. Он в порядке. Руд Формер. Брэндон Мехеле. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Только в случае победы они выходят в плей-офф, но пока что ничья, и нужно как можно скорее забивать еще. Да, очень напряженнейшая игра сегодня, и соперник будет до последнего цепляться за очки в этом матче. Играет в пас команда. И подача туда, в сторону ворот. У нас счет равный, посмотрим, останется ли он таким же после розыгрыша вот этого углового. Хорошо он играет сегодня. Да, его можно похвалить, он усердно сегодня поработал и поучаствовал во взятии ворот. Мы видим зоны, в которых он получал мяч. Действительно, такая активность впечатляет. Удар по воротам. Отлично он играет сейчас. Не доходит мяч до адресата. Эден Азар. Лукас. С мячом вперед он идет. Хамес. Атака остановлена, но кто получит мяч? Слишком сильно он мяч запустил. Похоже, вратарь его заберет.
Основное время матча заканчивается через 9 минут. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Теряет мяч Реал. И что дальше тут будет? Подача в штрафную, там есть кому сыграть. Четко и надежно сыграно, выносит он мяч из штрафной. Мбаппе. 85-я минута матча. Ничья пока. Сейчас наступает решающий отрезок, потому что если одна команда забивает, у второй уже просто не будет времени отыграться. Такой матч просто обязан держать напряжение до последних минут. Мбаппе. Хамес Родригес. Отдает он мяч партнеру. Перехвачена передача Хамеса. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Лукас. Хорошо, он с мячом вперед идет. Родригес. Очень важный гол они забили. Может быть, даже важнейший на всем групповом этапе. Благодаря этому голу они поднимаются в турнирной таблице и на данный момент выходят в плей-офф. Ну что, похоже, этот гол может стать победным. Времени отыграться у соперника попросту не остается. Да, игрок распорядился предоставленным ему шансом на все 100. А ведь еще минуту назад казалось, что ничья неминуема в этом матче. Ну и теперь очень интересно, сколько осталось минут или даже секунд. Хватит ли времени, чтобы дойти до чужих ворот? Думаю, одна, только одна атака осталась у этой команды. Успеют ли? Клинтон Мата. Рут Формер. Отлично он играет на перехвате. Очень хорошо игру сейчас прочитал. Матч группового этапа завершен. Команды покидают поле. Одной из них удалось пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов. И ее мы увидим уже в матчах на выбывание. Поздравляем с этим важным событием. Merci de vous livrer à la traditionnelle séance de questions d'après-match. Merci, ça a été un plaisir.